皆さんこんにちは。私は日本の沖縄の白家フェローシップチャーチの伊藤よしこと申します。Hello, everybody. Здравствуйте все. Я пастор Йошко Канширо из Окинава, Японии. Я с радостью славлю имя Иисуса, нашего жениха, от всего сердца. Мы очень благодарны Господу, что мы можем глубже и глубже пойти в наше общение и молитву со всеми семьями из разных народов. Через эту пандемию коронавируса я чувствую, что Господь, Дух Святой, говорит нам глубже, чем когда-либо раньше. Когда я вижу общество, созданное человеческими руками, как оно так легко крошится мгновенно, оно хрупкое. Я чувствую, что в духовной сфере движение с огромной скоростью, как никогда раньше. Тьма становится темнее, а свет сияет еще более славно. Разница между тьмой и светом, правым и левым, становится просто, ну, очевидной. Пришло время для действия Духа Святого. И также демоны, они проявляются. И та, и другая сторона. Явно. Освящение Бога началось. И кажется, как будто мы слышим шаги возвращения Господа. Время Божье постоянно надвигается, но нам нужно искать лица Божьего и ставить правильно себя по отношению к Его сердцу. Мы должны собрать семью Бога и установить Его царство на земле благодатью Духа Святого. В этой новой эре нам нужна любовь Иисуса, милость Отца и сила Духа Святого больше, чем раньше. Искать присутствие Бога должна вся церковь по всему миру, и тело Христа должно стать одним. Как одна невеста, мы должны стать такой невестой, которая приносит своему жениху удовольствие его сердцу, Иисусу Христу. Я поистине желаю, чтобы Япония стала поясом истины, чтобы принести ободрение и утешение всем народам земли. Сейчас мы стоим на пороге величайшего урожая всего мира и Японии. Япония будет продолжать стоять в нашем призвании матери и соединенной с сердцем отцом и провозглашать людям добро пожаловать домой.
Более всего, я желаю для Японии, чтобы она исполнила свое призвание как этот первопроходец и как невеста воин в эти последние дни. Я молюсь, чтобы мы смогли исполнить это прекрасное призвание в Господе. Мы любим вас всех, любовью Иисуса Христа. Мы одно тело, одно сердце. Мы так благодарны, что мы одна семья с вами и нашим прекрасным отцом. Спасибо большое.